А теперь ты пропиши М, как я тебе говорил, как ты меня слушал. Ты смотри на меня, а не с крысы балуйся. Вот, смотри. М, палочка, еще одна палочка. И вот. Видал? Вот палочка, вот и вот. Пропиши мне. Давай, вот, я тебе сделаю вот так вот. Сделай или А, или М. Вот палочка, вот и вот. Напиши, Алёш. Ты с ней не играйся. Давай. Знаешь, как ты добавишь? Давай, прописывай, папа. Прописывай. На, вот хочешь? Нет. Это она плохо пишет. Ну что ли плохо? Пиши, папа, пиши. Вот, молодец. Ну, давай я прочитаю, а ты скажешь, давай? Давай. Вот скажи, папа. Скажи. Папа. Давай. Или мама. Какое тебе легче? Ну скажи, это легко. Давай. Папа. Давай. Ну скажи. Так, а ну быстрее успеется. Не надо. Ну-ка, давай. Скажи, папа. Да, Вася. Да, Вася. Горик. Здравствуйте. Здравствуй, Лёша. Чё тебе надо? Привет. Чё это? Ну, как надо? Ну, я не понимаю. Как? Ну, как? Ну, что тебе делать? Чё ты будешь делать? А? Ну, я забыл. Ну, как забыл? Рыбу крутишь? Ага. Как это, да? Сейчас пинцу. На, Лёша, тебе мясорубку. А яички есть? Нет. Чего? Нет? Ну, на яички тебе. А с чего котлеты делаем? Рыбы. А кто наловил? Пап. А ты ходи. Я тоже. И много на. Тихо. А сына нельзя. Можно. Десять. Десять.
говорить это так. Сколько будет домашних животных? Много. 10? 8? Где будете жить? Сонечка! На улице. Девочка. Да там на семья. В доме. Дуся. Душа. Олег! Вон это вот так будут делать. Сильно не кидает. Ну что? Я где встали? Катя. Я тебя не сильно кидаю. Смотри. За меня попал бил, а? Ага, и все встали. Что, офигел? А я дурак, что ли, да? Смотри, идет, нечестный. Пойдет. Другой двери. Мама Алешина сперва работала далеко. Потом перевезли ее в столовую, в шестую. И вдруг она заболела. Ну, прихожу. Держу свой, то есть спрашиваю ее, ну как здоровье? Да мне хорошо, мне лучше. Ну и лучше, и лучше, думаю. Может быть, я тут сам виноват в этом, может быть, нет. Ну, я спрашиваю ее уже, как, каждый день, как, мне лучше. Потом уже перед смертью она говорит, Саша, говорит, входи, вызови скорую, а то мне, говорит, не могу я больше сказать. Слезы проливает.
А мне говорить осталось 5 минут жизни. Ну и, конечно, пошло. Вызвали скорую. Скорая приехала и забрали ее. Все мама звала там одну. Она больше всех там, ну, как говорится, ему, ну, и отец давала, и кушать давала, там, ну, короче, все. И вот, и все. Куша. А капусты не ешь? Ешь? Леша, ты мне не сказала. А учишься ты писать или нет, а? Нет. Почему? Какие буквы ты знаешь, а? Я не знаю. Ну как мэ, как мама, значит, какие буквы? Мэ, я, да? Сейчас есть там группа такая, Рэва Гавалевич, Эл. Надо тебе пойти и научиться. И будешь хорошо тогда разговаривать. И писать, и читать будешь сам книжечки. Леша, у меня кролики померзли. Слышишь? Угу. Да? Похоронить надо их. Ты сможешь похоронить? А? Да. Serious, 'cause to lose my reason.
хороший тот. Какой? А вот это дерево. Это? Конечно. Ничего. Ничего, Лёха. Школу оденем. А? Школу оденем. Да, скоро. До скорого сюда, Лёха. Надо много быть. Конечно. Лёх, а? Кто там наверху? Вольнички. Ну и дальше что? Так. Еще? Да. Так, так, так. Солнце есть? Есть. Ну вот, надо говорить солнце. Солнце. Вот. Луна есть? Есть. Ну вот, надо тоже говорить. Луна есть. Вот. Так, все? Ну еще что? Еще что есть там? Еще что там? А? Бог. В общем, он ехал уже сюда, в Россию. Отец? На Ростов. Или немец, кто ехал? Нет, отец. Ничего. На Ростов. Угу. И маме, и, значит, я возле мамы, сказали, что прибывает эшелон. Угу. И вдруг ночью, представляете, снится мне сон. Угу. Приходит отец, вот точно, как я его в последний раз видела. Только на ногах у него не сапоги, а тапочки. Побежала чай ставить. А смотрю, у него котелок вот такой, знаете? Солдат. Солдатский. Угу. И полный картошки. И картошка сырая. Угу. И он уходит. Я говорю, папа, я ж поставила чай, ты влюбишься. А он повернулся и говорит, а у нас и такого там нет. Угу. В общем, с тех пор я стала его сменить. Угу. Казачий город Краснодар. И приехала в отпуск. И там сидим с одной знакомой девочкой в парке. И, в общем, ребята решили, что я городская, а девочка наоборот, из деревни. Я говорю, в капустином ялу. Они говорят, а что там, капуста? Thank you.
place. Riders ready. Prepare to do battle. All systems ready. Ready. Stand by. Кукушки! Кукушки! Не понял.